Бенвенути или добро пожаловать на мой канал. Мы на чистых прудах в Москве. Не существует единого мнения по происхождению названия чистых прудов. По одной из версий, на месте нынешних прудов в 17 веке находились поганые болота. В конце 17 века князь Александр Меньшиков велел навести порядок и очистить поганые пруды. В 1820 году вблизи прудов построили чистопрудный бульвар. Я бы не сказал, что она. Памятник Грибоедову. Дом презрения престарелых членов почтово-телеграфного ведомства был построен в 1898 году. Посольство Казахстана. Вот. Жилой дом 1880 года, это уже резиденция посольства Казахстана.
Перед нами усадьба Кашкиных. Строилась в течение 2 лет, с 1782 по 1784 год. А это флигель усадьбы. Был построен в 1876 году. Фонтан «Поющий журавль».
здание кинотеатра Колизей. Был построен в период с 1912 по 14 года, работал до 1970 года. С 1974 года здесь работает театр «Современник». Доходный дом 1890 года. Доходный дом Темшова. Славянская свастика будет. Ну, короче, точно так, что только повернуть ее. А где она работает, да? Сам молодой из Новосиба, сейчас и проходим. Сейчас.